Всем привет, ребят. Ну что, пришла очередь битвы гильдий после обновы с 8 рунками, которые я уже прокачал. В принципе, и сейчас мы выберем героя, сейчас посмотрим, кто у нас там противник, как сегодня. Кого будем пинать. Ну, красавчики, могу сказать, молодцы. Так, что у нас тут? Почти нас хотят догнать. Окей. Смотрим, что тут. 410, 390, 455 и 480. Всех 400 надо снести. Поехали, посмотрим. Угу. Ну, окей. Так, смотрим, кто у нас есть. Такая вот седна. Давайте ее живу влепим. Так, огнекрыл. Тоже со живой будет у нас. Не буду там особо сейчас такой ставить состав атакующего плана. Попробуем сейчас с атлантом первую слить. Что мы видели. Так, цепелин уже почти 31-й. Сори, ребят. Орешком наелся. Так. Где там наш атлантище? Надо его собрать. Вот она, имба. Кстати, сделаем вот так вот. Так, ну что, попробуем. Давайте все-таки попробуем железную волю 8 пока поставить. Чтобы он добежал, включился хотя бы. Так, ангела ему поставим. Или даже не ангела. Рудика. Так, Фрайка. Вместо Фрайки поставим, думаю, дерево давайте. Для реса. Сделаем так. Его прокачаем. Почему бы и нет? Поставим живу. Так, есть. У меня состав левацкий. Так, с Ронин. Брать, не брать Ронина, даже не знаю. Там, в принципе, такой состав. Пробовать взять Асурика. Давайте попробуем Асурика. Кстати, ну, то есть я не хочу там трешовый какой-то состав сейчас брать. Мега имбовый. Бегать именно таким. Чем-то нестандартным. Правда, с 8 рунами. Видите, у меня даже есть 8 ремочка. Вот такой вот у нас будет составчик. Поехали, что-то интересное придумаем. Не знаю, что там будет.
хочу, честно говоря, заморачиваться, хочется что-то такое нестандартное. Смотрим уже в зависимости от противников. Первого тут, в принципе, можно атлантом долбить. Не нужно. Вот, в принципе, сами все видите. Что там у нас остался? Стрелок Фрея. Это осталась у нас, по сути, одна Фрея. Посмотрите на Асуру. Просто мега, как по мне. Фрея просто отдыхает. Ребят, 12-я Фрея. Давай, Асурик. Ай, там она восстановилась. Ну-ну-ну, дерево. Жестко. Реально очень жестко. Это круто. А, там еще и Ронин. Нифига себе. Круто. Так, а у нас еще и бабулька на таблетке осталась. Как-то так. Ну, я не знаю. Асура показал себя, видели только что, очень круто против Фреи. Мне это понравилось. То есть, как видите, можно, в принципе, ну, это раста никакая. Ну, Асура, блин, чётенький. Если бы он еще ближе подбежал, то, думаю, без проблем бы он зарешал там. Так. Ну что, поехали, следующего будем проходить. Вот там у нас 4 топа отсюда. 8 руны, в общем, ребят тащат. Так, ну тут поинтереснее, конечно, будет. Атлант нас, наверное, даже и не спасет. Да, тут давайте сюда Ронина поставим еще. Ронины у меня все одинаковые, в принципе. Надо будет Ронину девятку вкачать. Так. Так. У меня, как видите, только есть такой вариант. Так. Сейчас попробуем. Думаю, этого должно хватить. 31 уровень, уже 9 скилл. Теперь должен тащить. Можно было, наверное, лучше Анубиса вытащить, а не бежать туда вверх. Сейчас мы всех натащим на себя. Ладно, пробуем. Но видно, кто смотрел разницу, думаю, видите, 60%. Вот так вот. Пробуем со стороны Анубиса забежать. Разница колоссальная. Уронит, кто смотрел предыдущую битву Кильдии, я поэтому и бегал. И сейчас, как видите, намного все проще.
Ну вот и все. Такс. И никакая раста не спасает. Что там у нас? Кто у нас следующий? Ну, то же самое, опера. Побежим Атлантом, я надеюсь. Однозначно добежим. Интересно, еще дальше сольются или нет. Вот смотрите, Анубиса вытащили. Анубис сам убивается на Атланте, просто чудесно. О, ничего себе. Это было неожиданно. А, тут уже есть и... Вот, кстати, вот очень интересно посмотреть на якоря. Я думаю... Вот, посмотрите, она себя практически сама и убила. Вообще супер. Самое главное, этому не подойти. Интересно, интересно. Ну, короче, в общем, даже на дефе чисто подземочный вариант, подземочный герой. Я так вам скажу. Больше вариантов не вижу. Дефи против Атланта. Ну, разве что расстановка такая, чтобы Атлант не мог подбежать, потому что от Атланта явно нет. Там за один удар себе больше половины жизни снесла. Вот огнекрыл, огнекрыл сожива, это тем более будет жопа полная. Да уж, однако. Я ожидал, честно говоря, более сложного. Так, Сурик. Попробуем отсюда забежать. Кстати, очень хорошо. А, он тоже с Ронином бегает, смотрю. Там еще Финка в тот имя была. Такое. Нифига себе. Дали это. Это дали. Жесткие типы. Так, самое главное сейчас не слиться. Огнекрыл заряженный, Ронин. В принципе, если Асурик мой сейчас включится, а он, наверное, не включится, но он доспехом может сейчас нормально снести. А, супер. Вот видите, вообще супер. Жесть. 99%, ребят, как думаете, успеем? Затащим?
Такс. Ну, такое. Ну, восьмые руны, думаю, дают тоже свое. Как ни крути. Что там у нас сегодня будет новый итог, походу? Тут вообще, смотрю, с воодушевлениями стоят. Давайте попробуем как-то вытащить Райку с краю со стрелком. Ну, что-то как-то вообще у него слабовато, прокачанные. Некоторые герои посливали сразу практически. Ну, 38% огнекрыл уже сделал, это жесть. 45. Ну, так сейчас и 50 сделает. На изи. Это просто жесть. Выживание ставишь и не паришься. Плюс оживу. 62%, ребят. Реально дофига. Ну, два героя, которыми, в принципе, проходится все. Даже максимальные прокачки они никак не спасают. Как-то так. 5421. Мой новый топ. Сейчас я немножко героев пораставляю. Так, вместо Атланта поставим. С воодушевлением. Так, вместо Триантика у нас будет Стрелок. Кстати, стрелок. Давайте исцеление всем влепим. Ну, не всем, конечно. А Сурику можно оживу поставить. Вместо Ронина поставим Ворожея. Да, интересно будет нападать хотя бы на самого себя. Надо будет взять аккаунт у кого-то на английском и потестировать. Так, зеленая, зеленая, красная, зеленая, зеленая, красная, так. Не понял, что лучше Анубиса сюда поставим. Да, у меня
ставится, получится. Вот так сделаем, пусть будет. В общем, такая вот битва гильдии. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки. Всем удачи, всем пока.